супец, борщец с зеленью, также огурчики маринованные, лучок, хлебушек, ну и мазика добавим для вкусу и аромату. Чё, заобедим все эти дела? Всем привет, друзья! Обед! Долгожданный супчик, борщец с зеленью, ну и мазика добавим. Сметана, к сожалению, закончилась на блинах, так что с мазиком тоже неплохо. Суп куриный, тут где-то курица плавает. Я ее раздербанил, она была целым куском, но я так раздербанил. Лучок. Лучок ядреный. Здесь примерно литр борща. Не, на работе-то я постоянно супы ем. А вот дома редко. Сам я готовить не умею, да и не люблю. Мягко, скажем. О, реально лук сюда. Вообще огонь просто. Плюс я еще сюда лука добавил зеленого, ну, с укропом. Свежего накрошу. Так, в виде зелени. О, мясо. Курица. Эти супы нравятся на курице. На мой вкус курица лучше подходит для супов. Вот она, мой вкус. Thank you.
ощущаю, как курица. Я всю банку сюда вылил, которую мне мама дала. Она как раз где-то примерно литр. Единственное, что бы я добавил бы сюда свеклу побольше, чтобы уж прямо ешь свеклу. Свеклу чувствуешь. Свекла придает такой сладковатый, приятный вкус. Естественно, после такого обеда никакого десерта. Огурчик не хочу больше. Время 4. Сегодня чуть-чуть опоздал. Ну, специально. Потому что на завтрак так наелся блинами. Решил час выдержать. Естественно, сегодня я есть больше не буду. Thank you.
Завтра выходной еще. Еще один. Выходные быстро пролетают. Я думаю, так будет удобнее. Вот и все. Огурчик оставим на завтра. Завтра доедим. Вообще все, друзья. Обед был просто бомба, просто на высоте. В общем, как всегда, топовый. В топы без очереди.